Всем привет, дорогие подписчики и гости моего канала. Вы на канале Нефрайт 1987, с вами лицемер, лунатик, фанатик, юридик, а проще Нефрит, ну и, конечно же, его помощница. Да, привет. О, на стену тебя вообще ни хрена не слышно. Ага, кат-сцены, походу, дела не будет, потому что я уже игру запускал. Только первый раз, когда запускаешь игру, идет первоначальная кат-сцена. Короче, ребят, извините, клеить. А что, я могу загрузить? Можешь. Да. Мы тут тестировали ее. Но, ребят, у нас провально получилось, потому что у нас не получилось записать ее для вас. Ну и вот. Это вообще осталось. Да. В игре будут небольшие изменения. Это только костюмы альтернативные будут одеты на Синтия и Айлин. Вот. Не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставить комментарий. Нажимать на колокольчик, если напишу новое видео. И, конечно, вступаю в группу ВКонтакте, наши 90-е и пока 59, пока только на Лизе Пиме. Чё-то у нас Настина вообще не проснулась, походу, дело. Да не тоже не проснулась, нас как-то. Нет, ты тормозишь. Ребят, я буду проходить на легком, сразу скажу. На легком, норме и тяжелом меняется не только, не то что, как его, больше этих монстров будет. Их не больше будет. Их просто будет в два раза, в три раза дольше бить. На легком, примерно, там собаки 4 удара, на норме 8 ударов, на тяжелом 12. Ну, я же не буду спидрана проходить игру. Поэтому буду проходить на легком. Да. Два года назад Генри Таунсенд выехал в квартиру 302 в South Эшфилдс Хайтс, в доме в небольшом городе Эшфилде. Генри был счастлив и наслаждался своей новой жизнью. Гитатор. Я пытаюсь быстро прочитать, мне надо, тут быстро пролетает все. Но 5 дней назад случилось что-то странное. Он начал видеть ночью один и тот же повторяющийся сон. И еще... Вот видишь? Он не мог выйти из квартиры 302. Да, ребят, игра, это опять же New Edition версия, переработанная, как говорится, под HD, потом плюс, ну, HD, не HD, главное, что можно увеличить графику под, под ваш компьютер выбрать уже. Вот я сделал, пример разрешения 1360 на 768. Графику, разрешение. Да, разрешение, блин, я пытаюсь опять крутить. Блять, да заебали орать. Вот смотрите, даже видите, в этой... В стекле отражается сама комната. Тоже неплохо сделано. Что с этой комнатой? Блять, да чувак, опять нам херово. Нас глючит. Она покрыта кровью и ржавчиной. Блин, вообще. Беда от квартиры, чувак, тебе. Это моя квартира. Ну что, черт возьми, с ней случилось? Эта квартира, это правда моя квартира? Да, чувак, это твоя квартира, только я запустил мозг. Она выглядит ужасно, воздух такой тяжелый, голова болит. Сука, чувак, опять с похмелоги. Сейчас мы тебе фунфырь найдем, все пройдет. Это моя кровать. Блин, я не знал. Мы рады за тебя. Я не встал. Плотно закрыто. Вечный шум. Телевизор. Откуда взялся этот большой телевизор? Мне казалось, у меня тут проигрыватель. Чувак, ты уже перебухал. Даже не знаю, что где у тебя. Я даже не знаю, что это такое. Так. Окно, я не могу открыть его. Дверь заперта навечно. Что можно сказать, что это дверь вообще? Ну, знаешь, что это дверь. Пахнет ужасно, я боюсь открывать. Сейчас мне не хочется мыть руки. Такое ощущение, что мы чуть пахнет, по-моему. Мне сейчас совершенно неинтересна еда, моя голова болит. У него правильно, ему надо подлечиться. Потом уже жрать захочет. Ну, у него, как всегда, лишь бы чуть-чуть. Ну, бухнуть, а потом его доширак сожрет. Жуть, похоже на лицо. Я вот на Соньке никогда не мог разглядеть, это нормально. Кто эти люди? 21 человек, не может быть. Почему они здесь? Блять, я тоже вот не знаю. Кто это? Кто этот парень? Действительно, кто этот парень? Ну, просто ты же рэп, этот парень. Мы же не знаем, как мы выглядим. Да, мы очень не знаем.
Это часть старой книжки с картинками. Жили-были ребенок и мать, которые были соединены магической нитью. Но однажды нить порвалась, и мать заснула. Ребенок остался совсем один. Но ребенок встретил множество друзей в доме желаний. Все были очень добры к нему. Ребенок был счастлив. Здесь она порвана, я не могу прочитать больше. Ну, ребят, как раз мы говорили вам про вторую часть. Помните, наверное, во второй части был намек такой про дом желаний. Про мальчика, про Уолтера Салливана. Вот как раз это все и здесь в этой и будет. Этой части здесь будет более подробно все. Да. Эта часть как раз про это все. Да нет? У него вообще все глючит. О, бля. Как красиво вот. Как стекло, как будто, блин. Да это не стекло. Блин, красиво вообще. Я, короче, ребят, очень рад вот этому моду. Она 2017 года переработка. Сами мы знаем, оригинал 2004 года игра-то. А что, плохо-то? За булдыга лезет. Блять, вадон у него тоже, блять, тут видишь, блин, пати была, походу, дело смачное. Дай бухну, дай бухну, не блять, дай бухло. Видишь, он бухло, да что. Ух, даже жалко не было. Konami Computer Entertainment Tokyo Presents. Сейчас Настя скажет, чья это музыка. Да, музыку Silent Hill писала Акирия Волк. А песню исполняла Мэри Элизабет Клей. И персонаж Мэри Марии из нашей второй части, которую можно доказать. Тут даже, видите, написано, саунд-директор был Акира Ямаока. Вот, персонаж Мэри Марии были нарисованы с Мэри Линдом. И озвучены ей же. Все время бываешь заказать. Продюсер, ну, Акира... О, он тут продюсер этой части, оказывается. Видите, как круто. Тут, блин, продюсер Акира Ямаока, четвертой части. Я даже не знал, что он именно создал эту часть. Писал музыку, я скажу, а я сделаю часть, я одну. Кстати, ставьте Люба за музыку, лично музыку. Да. Ну вот заметь, о, мэн, говорит, а не о, боже. Ну и сон. Ну, сами видите, четкость уже, яркость графики, отличие. Да вот такая чистая квартира. Мы сразу же подойдем к телефону, чтобы не отходить, чтобы он снова к нему не возвращался. Тык-тык, 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 тык-тык-тык, тык-тык-тык, что-то тыкается, тыкается. Все еще не работает, бля. Откуда? А что, раньше работал? Когда проверял? Видимо, работал. Он никогда проверял, мы не знаем. Он 2 года здесь живет. Алло? Алло? Что? Ты чё не озвучиваешь? Эй, писька! Озвучиваю я? Ничего ты не озвучивала. Провод обрезан. Почему ты мне не озвучивала? Помогите мне. Потому что. Непонятно же, кто говорит. Ну, к девушке, говорит, ты же женских-то озвучиваешь персонажей. Эй, капуста квашеная. Ребята, сейчас буду, короче, Настину утроллить. Если она будет тупить. Дай мне троллить. Это фотография церкви, мимо которой я проезжал, когда ездил в Silent Hill. Почему-то ее вид действительно привлек мой взгляд, поэтому я сделал фотографию. Ребят, будем обращать внимание на картины, потому что он у него... Бля. Да, и как видите, тут бегают полуголые люди. Просто полуголые, почти голые. Нет,
Видишь, они в юбках, да, в шортах. В сапогах. Ну, они же одеты, есть часть одежды. Сапоги! Это обувь вообще, не одежда. Да часть одежды. Ну, тетенька ушла, ну. Все. Тетенька ушла. Ну, мы тут сказали про эту тетеньку в начале игры. Про эту и про другую. Вот, почитаем. Гостиница Южный Эшел. Тут, кстати, да, все переведено еще на русский, как вы видите. Ресторан Фьюзели. Бар Саус Эшел. Здесь, сука, не перевели. И, кстати, мы будем, ребят, смотреть в окна, все это разглядывать, потому что много чего будет интересного происходить. Следить за людьми. Да, сейчас, кстати, заметьте, начало такое утро-утро, да, такое вот, ну, сами видите, туманное такое утро. Утро-утро у нас. Утро-утро, да. Утро-утреннее. Отсылка. Не картины, а фотографии. Ну хорошо. Это фотография маяка рядом с озером Сайлент-Хилле. Там немного одиноко для туристического городка, но это замечательное место, чтобы расслабиться и вылечить душевную усталость. Ну, это ссылочка к первой части, как мы знаем. Первым будем проходить более позже, после. Короче, Настя хочет проходить. Она сказала, я тут весь первый и третий пройду, на я покажу ребятам, как надо дрючить всех. Нет, скорее всего, я буду проходить третий Сайлент-Хилл. Ну и первый тоже. Это просто снимок, который я сделал в центре Сайлент-Хилла. Это милый туристический городок, примерно полдня езды отсюда. Ну, она говорит то, что нет, но, ребят, это будет да. Потому что, ну, я прохожу, видите, вторую и четвертую, а она будет первую и третью. Да, она первую часть ни разу не проходила, так что будем смотреть и ржать. Нет, не надо ржать на мне. Это озеро в Сайлент-Хилле. Я ездил туда посмотреть на достопримечательность несколько лет назад. Мне нравится эта фотография, потому что на ней действительно схвачена красота и спокойствие деревьев и озера. Я повесил ее на стену сразу, как въехал сюда. Да, ребят, если я еще найду часть Silent Hill 1, где Гарри Мейсон гопник, вы будете ржать. Что это? Че это надо? Там такая озвучка, блин, он просто гопяра озвучивает. Обычная ванна с тех пор, как я въехал 2 года назад, ничего не изменилось. Ну, хорошо. Здесь нечего делать. Ну, не хочет он в туалет. Мне сейчас не хочется умываться. Да тебе вообще что-то охота, блядь, и только фунфури, да, и все. Ну, блядь, я чего расслабиться, да? С будуна поболеть, да? Записка. От, блядь. Нет, не дойдут записку прочитать. О-о-о. 5 дней назад тогда мне приснился первый кошмар. С тех пор я не могу выбраться из своей квартиры. Телефон не работает, телевизор не работает, никто меня не слышит, даже не... Вот весь мой мир внезапно сошел с ума, я не успеваю прочитать. Она сильно говорит мне, ты быстро читаешь. Моя дверь закована цепями, она намертво замурована. Они намертво замурованы, блин. И к тому же кто-то заковал дверь изнутри. Я... Как я выберусь отсюда? Не выходи, Уолтер. Чё за чёрт? Что здесь происходит? Ну ты, бля, кто там у нас? Это моя соседка Элин Гелвин. Вот как мы ребятам говорили, она в костюмчике медсестры. Да помолчи ты уже, господи. Чё помолчи-то? О боже. Здесь сначала ученики все будут вести больше, что? А мне будут вести больше. Там сиськи ушли. Да, ребят, смотрите, отпечатки пальцев, да? Их 15. Отпечатки, так сказать, ладошки полноценно. Обратите на это внимание. Чьи-то ботинки. Что это? Мама, почему ты не просыпаешься? Окей. Мама не просыпается. Мои ботинки, мне незачем сейчас их обувать. А, я думал, ты одеваешь. Ну ладно, обуться. Ну все, все верно. Ладно, ладно, доебываться не буду. Пойдем, блядь. Посмотрим. Пойдем, в этот сундук. Да подожди, у меня тут направляет Генри сам. В этот сундук можно много всего положить. Не я его трогаю, он сам меня кидает куда-то. Вертит мою голову. Я мышку. О, блядь. Это не я. Это не я кирпичи, ребята, отложил. Что это было?
Кто-то отложил кирпичи. Еще ничего не произошло. Ладно, кто-то орал на тебя. Тут там орал, да, давайте. Похоже, это фрагмент какой-то книги. Это, ого, эта штука выглядит такой древней. Через ритуал святого Успения он построил мир, он существует в пространстве, отдельном от мира нашего Господа. Если точнее, он все вне его, хотя существует в пределах мира Господнего. В отличие от мира нашего Господа, этот мир существует в потоке постоянных изменений. Неожиданно возникающие двери или стены, движущиеся пол, странные существа, мир которым только он может управлять. Любой, кто будет поглощен этим миром, будет жить там вечно, бессмертный. Он будет блуждать по этой реальности как дух. Как может наш Господь допускать такую мерзость? Ну, часть отсутствует. В этом мире важно путешествовать налегке. Тот, кто несет слишком тяжелый груз, пожалеет об этом. Да. Дайте радио включим. Блять, он книги все видит. Я ему говорю, радио. Никто не хочет разговаривать. Часы. Люблю я эти часы. Потом я еще их больше буду любить. Ну ладно, пока они тебе. Я вам интересно представляю. Да, картины. Фотографии. Эту фотографию мне дал Фрэнк Сандерленд, управляющий Саус Эшфилд Хайтс. Супервайзер, короче. Это фотография South Ashford Heights снаружи. Мне сразу понравился внешний вид здания, а также вид из окон. Когда я въехал сюда 2 года назад, казалось, что меня просто влекло в это место. Да, тут хотя бы не супервайзер его называют, блин, в этой части. Это у меня перевод был. Да, ребят, у меня был перевод вообще смешной. У меня почти было все везде я, он говорил. Дом я, кровать я. Игра нам в многих местах зависала из-за русского перевода. Потому что должен быть перевод, а его нету. Но здесь у нас большая часть игры переведена по-русски. Тут вся игра переведена. Не вся. Ну, что именно? Стенд вы только что читали, что он весь переведен. Ну, я говорю, главное то, что написано вот это вот. То, что нужно. Ладно, пиди что ты еще. Шоколадное молоко забираю, да и все. Бутылку с вином пустую не будем брать. Толку-то от нее. Да, толку-то от нее. Даже не похмелиться. Где розочку можно сделать? Ну, от этой розочки она урон такой наносит. Прям вообще смех. Опять. Дыра в стене. Беда вообще. Что за черт? Там кто-нибудь есть? Может, я смогу выбраться этим путем? Так, он факин сказал. Ну, ебать, может, я выберусь отсюда? Ну, блин, у нас почему-то русские переводчики все не хотят там переводить. Там зеркало сломали. О, вот. Господи. Кондиционная труба тоже сломана. Потянуть, да. Мы взяли наше оружие. Самое полезли в дыру. Топовое оружие в Сарантхиле труба. Да. Безбашенный чувак, Генри. Убей меня. Убей меня, моя квартира 302, убей меня, моя квартира 302. Мне что-то кримбатик вспомнилось. Ой, ничего, в третьей миссии мне опять кримбатика вспомнится. Ну да. Вот, заметьте, ребят, видите, как местность меняется? Когда мы ползем. Стены трубы. Да. Стены дыры. Ну, положим трубу. Лезет во всякие дыры непонятные. Вот у меня так же бывает. Вот лезу какие-то дыры непонятные. Ну все, будем вот. О чем? Ну, конечно, у Насти но тут это. Пошлые мысли почему-то пошли о дырах почему сразу. Почему я про дыры всякие? Да, 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 да. Да, да почему не будем? Почему не будем об этом? Ну, что, как дядька? Да, конечно.
Да. Мне все равно пытаются нас быть скромницей. Конечно, я скромница. Угу. Ладно, ребят. Вот лезли в дыру, а едем на эскалаторе. Вот как это вообще возможно? Вот бывает. Из дыры. Что за черт? Да у него один ответ на все. Что за черт и все? What the hell, да what the hell, what the hell, да может песню сочинить. What the hell, what the hell, what the hell, what the hell. Ну понятно, ты какой-то дыры выпал в эскалаторе, тоже охренело. Короче, если, ребят, у вас есть любимая девушка, и вы пытаетесь там куда-то ей залезть, какую-нибудь дыру, тоже говорите всегда what the hell. Кто же это там у нас? О, Южный Эшфилд, как мы видим надпись. О, Линчлин Стрит, Линкин Кинг Стрит. Это действительно станция Южный Эшфилд. А, да ладно. Да ладно. Ты кто? Как тебя зовут? Генри, а тебя? А, это мой сон? Ты даже не знаешь моего имени? Синтия. Твой сон? Верно, это просто сон, и весьма жуткий. Я надеюсь, скоро проснусь. Ты так думаешь, это сон? Что же, если не сон, то что это? В любом случае, я хочу выбраться отсюда, но я не могу найти выход. Скажи, ты можешь мне его найти? Я немного напугана, совсем тут одна. Потом окажу тебе особую услугу. Это просто сон, так что я могу позволить себе немного развлечься. Да. Ну вот, ребят, это второй сюрприз. Как мы говорили, Синтия в... тоже в сексуальном костюмчике. Начал жратить. Да. И у нее на правой, на правом полупопе, на правой булочке, кролик-татуха. Можете обратить внимание. Ну а мы бежим. Вот мы бегаем, а она ходит. Как так-то? Надо достать трубу. У меня есть труба. И, кстати, чем дольше вы прицелились, тем сильнее будет удар. Ты чё? Всем портил. Она тащится. Туалет. Погоди минуту. Думаю, меня сейчас тошнит. Ну да. Бедный песик, стоим и ждем ее. Да. Что бы помог ей протошниться? Видимо, уже долго. Ждем. Дверь мужского туалета открывается. И оттуда... О, блин, все пугаешься. Классно, да, ребят, тут выглядят собачки прорисованы уже. Похоже. Что, прям вижу, как их присоски эти присасываются. Маху-маху, сколько присасываются? Ну ща пиздец кому-то настал. Ту-ду-ту-ду-ду. Всегда, ребят, меня заставлял зуб, когда они собаки эти подыхают, они тру-ту-ду-ду. А Синтии ты? Нема. Ну, блин. И дыра.
Полезь? Куда эта ненормальная дыра может вести? Залезь в Надо дыру. залезть. Конечно, залезть. Зачем выяснять что-то там? Можешь залезть. Ребят, вот эти моменты я буду пропускать. Потому что что они нам, как он проползает обратно в дыру. Да, и здесь призрака не рассмотреть, который вот показывается в момент, когда перемещаешься в квартиру. Ибо Сонька подгружала, и нам надо подгружать это все на компе, как видите, тут подгружать. Ну мы играем на ПК. Да. Что это? Еще один сон? Но он выглядел таким реальным. Или может это было? Я действительно был внутри сна той женщины? О, это просто глупо. О чем я думаю? Кстати, ребят, смотрите, как выглядит Генри. Вот, во-первых, он вообще классный мальчик, а во-вторых, он выглядит красиво. В рубашке, футболки под рубашкой. Ребят, скажу честно, если бы тут больше по ходу дела мужская компания играет, вы, наверное, все тут обратили уже внимание на сиськи у Синти. Ну, а женская часть наших подписчиков будет смотреть на Генри. Да. А Синти, это не будет скоро... Ладно, нет, ничего не говорю. Ничего не говорим. Эта мебель была тут с тех пор, как я въехал? Хм. Странно. Кто ее двигал? Кто-то. Ну, подвинем мы ее. Кто мог это сделать? Здесь на полу пистолет. Взять пистолет. А, не знаю, взять пистолет. Здесь вырезано сообщение, похоже, использовался нож для колки льда или что-то такое. Слабая надежда, которая была у меня медленно, начала превращаться в отчаяние. Каким-то образом я смог пробиться на это расстояние, но что бы я ни делал, я не могу продвинуться дальше. Коридор, окна, стены. Ощущение, будто эта квартира застряла в другом измерении. Айлин не заметила. Зато мы сейчас подглядим за Айлин. Ужас какой. Ужас какой, да. Ужас, ужас. У Алин тоже ничего, сиськи. Эй, попка, ничего. Господи, о чем парень думал? Господи, а вы будто вы об этом не думаете. На мужские попы вы не смотрите. Нет. Да. Вы только на глаза обращаете внимание, и все. Тише. Я позже эту предмету. Че, ведьма, летать решила? А, вот она. У меня вечеринка, мне надо прибраться. У тебя? Ну ладно. Или у нее? Вот. Он рэббит. Рэббит, 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 рэббит. Ну с ним мы еще встретимся. Да, мы еще увидим его. Будем заглядывать еще периодически. Там звонят по сломанному телефону. По сотовому? По сломанному, говорю. По сотовому нам звонят. Куда ты исчез? Скорее, спаси меня! Мне нужен жетон. Если тебе нужен жетон, у меня есть один. Тут есть один. Тут у меня. Тут. Все. Я вижу, что написано, не слепая. Ну что-то не успеваешь читать. Ну так, блин, значит, ротовит. Так я тебе говорил. О. Вот сейчас, слышите, слышите там. Ведьма наша летает. Да, ребят, я не буду, говорю, проходить на время, на ранг, на все это. Я просто прохожу, как говорится, любительские прохождения. Смотрим, что есть вообще в этой игре. Да. Я как бы смотрю на изменения. На попы и сиськи. Так, ты там на Генри обращаешь внимание? Давай это. Он одет, в конце концов. Они тоже. Где? А что, это не одежда, что ли? Ты что, надо видеть, все видно, блин. Что не надо, точнее. Соски не видно. Ну то жопу видно вообще в полной мере. И чё? Вот я на пляж прихожу, там тоже, знаешь, сколько голых жоп? Ладно, я не буду об этом ничего говорить.
Ты же мне ничего не говоришь, когда я там на пляже. Пошли в дырку. Пошли в дырку. Блин, у нас какой-то комический эсхата получается. Оба-на! Манекен Синтии. Это какой-то манекен. В его руке жетон. Блядь, чувак. Какой-то манекен. А не замечаешь, что на Синтию похож? Ну, видимо, нет. Другими никак не выбирать. Блядь, только этим, да? О, я нашел еще как. Все, супер. Ну, пистолет не убрать. Ну, ладно. Ну да ладно, побегаем с пистолетом. Это не я. Что упало? Что упало? Да это я все ка... У меня это... Сыплются эти кирпичи. Откладываю. Ну, ту-ту-ту-ру-ру. Ту-ру-ту-ру-ру. А, три удара тут надо. Ну, а так значит 9. На тяжелом 9, значит. Вот. Вот. Вот, говорю, что я никак не видел в оригинальной части. Ой, плохо отображал. Блин, этот бейсбол решил уже играть. Ту-ту-ру-ру. Гребаный червяк, кишка, блин. Эй, кишка! Короче, его все равно ничего не будет, он все равно выживает. Да, это кишка. Богу мы его не упаси. Это кишка, потому что. Здесь должен быть выход на улицу. Но это тупик. Беда. Скажу честно, ребят, это больше не на кишку похоже. Иначе не на червяка, а сказал бы я, на что это похоже, но это будет спойлер сильный. Гадко мне это... выглядит, всё. Меня это очень вызывало, как вам сказать, когда я первый раз проходил, я думал, что это кишка, либо... Либо то, что нужно, по идее. Оригинально выражаешься. Либо пуповина. Вот я говорю, я не хочу спойлерить. Да когда хера говорил, начинал об этом всем. Так я расскажу свои мысли, что я видел в первый раз, когда я проходил эту игру. Я же могу рассказать свои ощущения от этой игры. Но за булдыга лезет. В прошлом примерный сынок. В будущем за булдыга. Король Колобах-балабах. Да, он мега ханыг. Да, он мега ханыга. Да, он мега. Чё не перевела? Не успела. Это идёт. Вытащи меня отсюда. Кто это идёт? Пожалуйста, помоги, опять не перевела. Видел я. Ты всё не видишь. А тут вон за булдыги летают. Вытащи её. Вытащи ее, блин, мне тут за булдык отвязаться надо. Вот сейчас думаю, если опять и смотрит, он понимает насчет этих за булдык. Блять! Особенно когда на сложном. Эти за булдыки просто мозг выносят, выклевывают. Они часто его выносят. Дура, беги быстрее. Хотят лукнуть. А? Кстати, должно быть два за булдыги. Но почему-то, скажу, ребят, тут три. Короче, тут добавлено по несколько монстров. Да. Тут немного изменено. Здесь игрушечная коробка, на ней написано 1000 баксов. 2000 за... Заперто я не могу открыть. 2000 баксов за сигарету. Да. Не стену молчит, даже не подпевает, видите, на сегодня. А сегодня барахлит вся. Она сама как призрак. Да, на стену. Это шума, да не слышно. Почему мне тебя слышно?
Мне очень плохо было просто. Таких уродов летающих. Синтия, Синтия, ты моя, ты моя. Так, иди нахрен. Это, кстати, ребят, как вот мы знали про во второй части про 21 таинство, про жертвы, да, которые делал Уолтер Салливан. Вот это вот призраки, это все жертвы. О, там, кстати, вверху просачивался призрак, прикольно так. Это все предыдущие его жертвы. Смотрите, видите, Синтия не идет за мной. Все, она встала. Ее прям трясет там. Что это за звуки были? Там, по-моему, Синтия что-то делает. Синтия! С тобой все в порядке? Она бежит, смотри-ка. Знаете, там он. В этом летает. Давайте подзовем ее поближе, чтобы она подошла. Эй! Короче, она не хочет сам сюда идти, и все. Стойте! О-о-о, достали меня. Где? В дыру мы сейчас не полезем. Я буду в нее лазить, но не сейчас. Так часто. Да. Я потом буду в нее очень часто лазить. Потом, ребята, поймете почему. Не сказал взять. Как вы мне надоели за булдыги, а? Да нету у меня фунфыря, нету, нету. Ну, о, блядь. По-моему, если вам будет весело, то или нет. Тру-ру. Видите? Червяк какой болтается. Я не знал, чтобы он задергался, морду свою высунул. Не хочет он морду высовывать. Высуни морду. Дернись. Не знаешь, что ты болтаться можешь? Во. Ну, вылези. Ну, ребят, спрятался и не хочет показываться. А, добить на него, господи. Сейчас, еще тресну пару раз. Ворвам что-то делать. Так, двигается у него. Вот чем-то питается там. Ну ничего, мы еще в следующем уровне их увидим. Там более подробно. Генри, я нашла выход. Иди к турникету. Генри, я нашла выход. Иди к турникету. Быстрее, быстрее. Шнайля, Шнайля. Это он. Он идет. О, блядь. Ты-то откуда выпрыгнула? Она слева не падает. Тут собак должно быть 3 или 4, но почему-то тут их больше. Их 5. Вон пятая еще бегает, да. Не догнала. На поебалу. Так, тут, ребят, лежит клюшка для гольфа. Я их брать не буду. Они ломаются быстро. Да, они мощнее урон наносят, но ломаются так, как говорится, быстро. Ну, не так же быстро, но все равно ломаются и занимают потом лишнее место просто в инвентаре. Мне же это... Брать их больше нет. Да. У меня есть труба и все. И пистолет. Пистолет я выложу. Кстати, надо сейчас ходить его выложить.
Да. Немножко, думаю, подхпшится. В квартире. О, вышли. Ну, хотя, думаю, попробую пройти. Попробую осилить линия King Street. Вот. Удачи. Тут у Насти нового сородичи. Нет. Да. Эти волки играют на стенке. Да, это на стенке. Так как я люблю свою девушку, я ее так же называю. А, бля. Она спит, я ударила. Да, она тоже меня любит. Она меня погладила, подзатыльник леща выписала. Да, но тебя тоже не любит. Ты меня тоже можешь выписать. Могу, я там тебя. Любя. Они тоже вон любя, видишь как? Я не вижу, что тебя любят. Бля! Видишь, перетаешь. Да бля, ни хрена он сальто крутит. Да ты чё, да какая-то ты, бешеная. Время-то, забывай про время, что она определенное время бьет. Так я и выжидаю. Так это почему-то, они как-то одни так бьют, другие так бьют. У них, видишь, по-разному. Вон, они обе треснули руками. Ух ты ж, блин. Бля. Ну все, закончились. Тут что-то их много, ребят. По сравнению с оригиналом. Тут, говорю, чуть-чуть такая усилена игра. Шаханыги вылезут, забулдыги мои. Как же, блядь? Твои? Окей. Ну, Генри, да, у Генри. Тут что написано? Че, ни одного ханыги нету? Че, тебе так сильно их хватает, что ли? Да. Мы идем вверх. Саус Эшфилд. На полу разбросана женская косметика. Наверное, это Синтия. Ну, ребят, сейчас будет... Печальная сцена. Да. Очень тяжелая. Я постоянно плачу на ней. Ну, у меня тоже, так сказать, эмоции были. Сейчас постараюсь их как-то сдержать. Как раз сейчас песня будет, где исполняет Мэри Элизабет. А не слушай. А нет, есть. Are you okay? Ты в порядке? Просто сон, верно? Я думаю, я выпила лишнее прошлой ночью. Я никогда не вижу тебе особую услугу. Мне кажется, я умираю. Все в порядке, это просто сон. Да, ребят, и это, кстати, первая часть, в которой использовалась, вот как раз вот песни появились. Раньше же была просто только музыка, а тут музыка со словами, как вы понимаете. Да. А мы с вами не всегда оттопырились. Да. Гелий у нас оттопырился. Синтия? На минералке.
Черт, что это за шум? Скорая, да полиция. Так башка болит, еще какая-то сигнал, это самое. Сирена. Сирена. Тяжелый момент бывает в этой игре, их будет немало, скажем так. На Silent Hill это вообще тяжелая игра, эмоциональная. На психику очень действует. Ну да, это такой свойство... Психологический хоррор. Да, это такой у них жанр, как сказать, сделали. Вышел, может, Resident Evil, а им надо было сделать что-то подобие Resident Evil. Ну, вот они запустили такой свой жанр. Давайте сейчас посмотрим, как, что на этой картине сейчас будет написано. Это в графе церкви в Silent Hill. Это просто снимок, но я смотрю на него, возникает чувство, что меня затягивает туда. Возникает такое странное ощущение. Видите, уже по-другому он отреагировал на картину. Это маяк рядом с озером в Silent Hill. Там рядом был старый парк развлечений. Видите, мы вспоминаем парк развлечений. Это, опять же, отсылки к первой и третьей части будут. Был милый солнечный день, когда я сделал этот снимок в центре Silent Hill. Воздух был очень свежий, я чувствовал себя очень хорошо. Не, я сказал, в окно посмотри. Рядом со входом в метро стоят машины скорой и полиции. Синтия? Ну да. Знаешь, это был совсем не сон. Да, это был совсем, ребят, не сон. Сон был реалистичный. Ну вот также можно посмотреть в комнатах, что творится. Наблюдать. Будет периодически заглядывать окна. Угу. Смотрите, кролик. Шарик с кроликом. Вы видите, да? Да. Тоже, да, на стену увидишь? Да, вижу. Вот. Я говорю, потому что надо вот смотреть, всегда что-то будет появляться в окне интересное. Будем наблюдать различные события. Сейчас мы увидели кролика. Нового кролика. Да. Такие пасхалки. О, чувака там штырило, смотрите, смотрите. Он танцует чуть не надо. Опа. Там он еще один появился. Пришел. Угу. Я говорю, наблюдать в окно много чего можно. Но мы долго это, конечно, не будем заниматься. Когда будете сами проходить, сами можете хоть залюбоваться, там много чего происходит за окном. Существует столько странных историй о Silent Hill, но когда смотришь на этот пейзаж, так трудно поверить, что хоть один из них правда. Ну, видите, ребят, он уже по-другому читает все. Пойдем. Быстрее вызывай скорую. Хватит трепаться и давай двигай ее. Проклятие, у меня на груди вырезаны цифры. А может... Радио. Да, ребят, мы же вспомним, что 21 таинство было и были, должна была быть 21 жертва, из которых Уолтер уже, мы в предыдущей части помним, по-моему, 8 или 10 было сделано жертв, мы про это слышали. И вот, как раз сейчас это началось продолжение. Только мы не знаем еще как. А те 21 тело, которое было на картине на самом начале, и? Да, ну, это соотносится с легендой, а до стены жаты. Ну да, 21 таинство. Ну, смотри, тоже как торшер отражается. Ага. Давайте посмотрим, что на этой картине написано. Это South Ashford Heights, дом П-образной формы, в западном крыле 2 этажа. А я в восточном. А, в восточном 3. Я слышал, что Сандерленд, управляющий, который дал мне эту фотографию, был управляющим. Да. С тех пор, кто как построили этот дом. Да когда-то и я был в таком возрасте. Я бы был в таком возрасте. Да. О, записка, смотрите, появилась. Здесь подверг... Ну, ладно, клочок бумаги.
Будем же это озвучивать. Хотя сам культ исчез, я уверен, что его дух еще жив. В этом городе происходит слишком много странных вещей. Я веду расследование о двух людях, или, возможно, мне стоит сказать об одном. Я уже почти разгадал, что происходит. 8 апреля. Давайте посмотрим. Ну вот видите, появился еще один отпечаток руки. Еще одна жертва. Теперь вы, ребят, поняли, что это обозначает. Как будет кто-то умирать, так будет здесь появляться еще один отпечаток руки. Угу. Напоминая нам, мы приближаемся к финалу. Эта сушилка для одежды сейчас, она мне не нужна. Ну и ладно. Здесь лежат всякие вещи. Ну и ладно. Здесь там делать нехрен. Так, ладно, пойдем все выложим. Все, кроме трубы. Чего? Все, кроме трубы. Нет, мы еще кое-что надо забрать. Потом мне возвращаться. Да, что-то сегодня ничего не говорят. В тот раз у нас с Настиной про моржиху, которая там родила, да? Рассказывали. Да. Я не могу воспользоваться ни телевизором, ни телефоном. Ощущение, будто кто-то намеренно уничтожил все средства связи. И кролика вот этого не было, когда мы с ней в предыдущий раз не проходили. Было. Я не могу открыть окно еще несколько дней назад, это не было проблемой, но потом, с тех пор, как у меня начались кошмары. Это что там, кролик? О, кролик-то двигается? Ну да. Туда-то он стоял на месте? Это воздушный шар. Так он тогда-то ведь там завис на месте, а теперь-то смотри, начал двигаться. Круто. Тогда-то он мордой к нам был повернут. Тогда-то вообще его не было. О, смотри, девка там появилась в другом окне. Ну да. Эй, мужики! Hello, is anybody now? Ой, у него голова кружится теперь, смотри. Угу. Прикольно. Ой, у него один глаз кровавый. Вот я только что заметил. Что с глазом у него не так. Да, ребят. Я говорю, наблюдайте, смотрите. За окружающим миром. Да, кстати, что у нас сейчас в окне так? Время суток какое? Все еще утро? Ну да. Еще пока ну, утро. Да. В квартире тоже будет все меняться. Ну как бы подсветка в зависимости от времени суток. Посмотрим, что у Синтии. Ну. Фу, Синтии, у Айлин. Посидим. Она там что-то увидела. Она охотится. Наш. Эй, она ушла. Все, она ушла. Она не захотела больше общаться с нами. Ну, она даже не знает, что мы не подглядываем. Да. Пока. Ну, ребят, сейчас мы сохраним игру. На этом на сегодня у нас все. Всем спасибо за просмотр. Вы были на канале Нефрай 1987. С вами был Неф. Не забываем ставить Люба. Подписываться на канал, оставлять ваши комментарии, нажимать на колокольчик, пускать наше новое видео. И вступаем в группу ВКонтакте наши 90 ПК-59, пока только для жителей Перми. Ну и всем пока-пока. До новых встреч. Чао. Let's rock.